Вот это бухгалтерская книга по начислению заработной платы. На первой странице зарплата главного врача. 39 за весь год 600 рублей. За весь год. В 40-м году 500 рублей. А на этом архивном фото 36-го года Павел Иванович Пичугин, Аделаида Ивановна Егорова, Тамара Михайловна Рутенберг, Лев Борисович Красик и многие другие звезды и основатели пермской детской медицины. Фотографии и архивные документы, сохраненные сотрудниками в детской больнице номер 3, собрали в небольшой музей. Его инициатор Ирина Анатольевна Катаева. Она рассказывает, в далеком послереволюционном 22-м году одну из ныне старейших детских больниц открыли для того, чтобы лечить детей, истощенных трудным временем после гражданской войны. И целых 65 лет до 1987 года больница номер 3 находилась в старинном здании, знаменитом доме с лицами, доме Грибушина на улице Ленина. Это же памятник исторический, там такая лепнина, такая красота. Ну, конечно, все это за все эти годы пришло в упадок. И здание было закрыто на реставрацию. И вот как раз тогда только оттуда закрыли, и детей прямо, ну вот буквально за ручку взяли, перевели в новое здание. Сегодня больница и поликлиника сохраняют здоровье 16 тысяч детей ежегодно. К ней прикреплены 14 детских садов и 9 школ Ленинского района. Здесь работают 2 кафедры медуниверситета. Отделение детской кардиореуматологии, отделение патологии новорожденных с палатой интенсивной терапии. Затем у нас есть инфекционное отделение для детей. Затем у нас есть 2 педиатрических отделения. Третья больница. Первая пробирует передовые технологии, новейшую аппаратуру, электронные медицинские карты и больничные, говорят врачи. Но и свою историю здесь тоже хранят и будут дополнять свой музей. В планах обратиться в архивы, дополнить и расширить экспозицию.